Привет, друзья, с вами Рашна Линзука. Мы продолжаем прохождение игры Metro Last Light. Итак, в прошлой серии церковь подожгли красные, и Артему пришлось добираться через катакомбы. А катакомбы — это очень ужасное место. И в конце его затопило водой. Ну что же, будет дальше, мы сейчас увидим. Фух, неужели выжил, не нахлебался этого говна? Фух, ну ладно, надо двигаться дальше. Хоть полные штаны воды хлюпают, но что поделать? Надо идти спасать Аню. И черного. Опа, опа. Знакомый голос. Так, я уже иду, детка. Заложница. Пригодится для переговоров с орденом. Ага. Смотри, что в противогазе была. Если заразиться, ей хана. А дохла, ей грош цена. И что с ней делать? Запретельно. И глаз с нее не спускай. Отвечаешь головой. Когда закончил, я ее заберу. Когда закончу, я заберу твою жизнь. Так, ну что, куда ты ее сейчас? Ага, все. Все, я понял. Аня, жди меня. И я вернусь. Только очень жди. Коммунисты называется. Палачи! Мы выполняем приказ руководства Красной линии не допустить распространения эпидемии. А вы все заражены. Вот-вот. И прекращая ваши мучения, что мы за зараза там у них? Спасаем простых людей всего остального метро. Да что вы говорите? Как? У нас же даже температуры! Даже температуры! Ага! Вот твари. Ёлки-палки, ты чего, в упор уже попасть не можешь? Притомился? Суки, сейчас вы у меня притомитесь. Да ладно тебе, сам подохнет. Только вылезу. Какой из этого подохнет? Толчка, блядь. Сейчас Летёха придет, он тебя рядом с ними положит. Давай, кончай его. Нихера тут трупаков. Вот красные дают, а? Мясники, ёлки-палки. Эй, вы двое! Что за... Как дела? Видать, не очень. Что молчите? Ладно. Этим ребятам я уже ничем не смогу помочь. Опа! Что за прибор? Видел такой у Сэма Фишера. А еще и патрончики мои любимые. Просто супер. Так, у нас, наверное, с электричеством беда. О! Теперь я все вижу. Что ж, надо подготовиться к встрече с красными. Тут вроде светло. Не буду тратить батареи. Так, увели ее куда-то прямо. Быстренько гляну, может, где патроны еще завалялись. Все-таки пригодится. Нету, нету ничего, да? А, вот, стоп. Отлично. Что ж. Спасательная миссия начинается. Разговорчики
разгрузке не хватает людей, так что бегом за этими двумя. И чтоб через 2 минуты были на складе. Выполнять. Есть, товарищ лейтенант. Противник! Тревога! Сюда! У нас... Нет, тут, ребят, без шума мы не обойдемся. Бойцов теряем! Прижать! Где тебе крышка, гад? Наши бьют! Так, а что здесь у нас? Товарищи, ну-ка, у нас потери! В плен не брать! Отомстим контре! Товарищи, официально сегодня вы все будете сосать! Ой-ой-ой, как страшно! Лови подарочек! Так, там, походу, снайпера сидят. Так, мы никуда не торопимся, эти ссыкуны просто так не вылезут. Тревога, враг! Ах ты ж ёб! Твою мать! Кто-нибудь его видит? Не стреляй, я свой! Шучу! Сюда! Какой интересный ствол. Взять, не взять, взять, не взять. Много я не унесу. А, в пизду эту винтовку. Я все равно ей не пользуюсь. Откуда? Да хрен его знает. Осторожно. Что здесь шипит? Так, мужики, спокойно. Не спеша пошли. Ну что? Тайный ход. Я люблю тайные ходы. Ух, что такое? Сюрприз, суки! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! В этот раз я чуть не сдох. Прижал, обходите его! Обходите! Подожди, подожди, подожди! Фух! Черт, я не ожидал от них такой прыти. Здесь есть кто живой? Походу все. Что там происходит? Ух ты! Зажигательная! Черт, дышать нечем, сука. Ни хрена. Ну-ка, плен не брать. Бинт, надо бинт достать. Ух ты.
пожрать собирались, сволочи. Отомстим, контре! Сука, все горит. Надо побыстрее с вами разобраться, уроды. А, нихера не видно. Прижал. Из-за вашей крови. Отведите его. Обходите ну его, товарищи! Ты сам напросился! Неужели все подонки, а? Ну, с вас хоть есть что взять. Так. Откуда? Да хрен его знает. Осторожно. Где твой друг, а? С кем ты только что базарил, сука? Я ведь вас всех найду. Ага. От меня не спрячешься. Вот же. Так, сука, как к тебе подойти? Блин, засели твари за решеткой. Остается только один выход. Потери! Я его прижал! Обходите! Но! Гаденыш, вылезай! Ох ты! Как шарахнуло-то! Всех переубивали твари. Заражение, заметка 1. Группа, которая уничтожила аванпост Ордена и похитила Аню, захватывает Октябрьскую, нейтральную и мирную станцию. А ведь это объявление войны и Ордену, и могущественной Ганзе, к территории которой примыкает Октябрьская. В то же время отряды Лесницкого, пусть и довольно многочисленного, явно недостаточно для войны против всей армии Ганзы. Не понимаю, на что рассчитывает Корбут? Что творится у него в голове? Тут ни хера. Так, сука, где же Ваню-то держите? А, горячо, сука, горячо. Товарищ Лесницкий, спецоперация проходит по плану и будет завершена в течение часа. Ну что ж, эксперимент прошел успешно. Надо доложить генералу Корбуту. Сделаешь? Так точно. Так где это вы тут разговариваете? А что за девку повели?
Да это Лесницкого бобец. Ну типа заложница для переговоров с орденом. Хотя, знаем мы эти переговоры. Суки. Неудачно посты расставили. Надо сержанта спросить. Хотя ладно, как сменимся. Ну-ка, ну-ка. Что за? Вот тебе что за! У нас гость! Ааа, сука! Где моя тёлка? Ах ты, гад! Да, уже такое слышал не раз. Столько крышек мне наобещали, можно было крышечную фабрику открыть. Стрелок, сука! Иди сюда! Ладно, можешь идти отсюда. Ай-ай-ай! Ну-ка, прижал его! Кому ты там прижал? Прижми свою пипиську! А то сейчас она у тебя отлетит. Надо поторопиться, сука. Вон, я его прижал. Как вы любите все прижимать, а? Ой, как страшно. Бойцов теряем. Вы теряете, сука, свои жизни. Вы их давно потеряли. В контре. Потери. Ах, противогаз треснул, сука, весь уже. Ну кто вас учил стрелять? Сука, хотя бы вас научили с рейнджерами не связываться. Но нет. Красные самые крутые. Так? Тревога! Заткнись! Артём, не дергайся, а то глотку ей перережу. Да что ты говоришь? За Аней, значит, пришел. Отпусти ее, я сказал. Ох ты, тварь! Убегай! Зачем? Зачем ты это сделал? Скорей! Надо успеть! До кольцевой! Бегом, бегом! Ганза! Давай, давай, давай! И наши! Давай! Черт, сейчас только задохнусь! Задержи дыхание, старайся не дышать! После такого... Опа! Мы свои! Черт, это же рейнджер! Артём, я здесь! Они же без масок! Противогазы, скорее! Детали головоломки сходятся, выстраиваясь в картину. Кошмарную и невероятную. Я рассказываю об этом другим, но сам не могу в это поверить. Красные заразили Октябрьскую.
мирную станцию, жители которой ни о чем не подозревали, неизвестным, страшным вирусом. А потом их ликвидаторы вошли туда под предлогом спасения станции от эпидемии и методично уничтожили всех, до кого сумели добраться. Женщин, детей, стариков. Якобы для того, чтобы избежать распространения инфекции. И если все это правда, то и я, и Аня могли заразиться. Нас спасли, но мы не знаем, выживем мы или нет. Ну что ж, друзья, на этом данная серия завершается. Не забывайте ставить лайк, чтобы прохождение продолжалось. С вами был Рашна Линзука. До новых встреч!